Вечерочек, ты на канале Gante Games, где мы с тобой играем в разные игры, и сегодня мы с тобой поиграем в эксклюзив, который выйдет как раз, наверное, как выйдет видео, через неделю. Игра называется Rose and Cross, какой-то хоррор, возможно, будет страшный, предлагаю начинать смотреть. Но прежде чем начнем, сообщаю, у меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. На окраине небольшого городка стоит заброшенная ферма, окруженная бескрайними кукурузными полями. Горожане рассказывают жуткие легенды о том, что на этой ферме когда-то обитала секта, практиковавшая темные обряды, и что эти кукурузные поля были засеяны кровью и страхом. Так как меня очень интересует тема различных сект и оккультизма, пойду на эту ферму и попробую найти все отгадки, все разгадки, и нам дали первое достижение. Мой ноут не выдержал начала игры, поэтому пройдемся кратко по ферме. Для начала посмотрим на нашего коня. Красавец какой. Далее видим вот такое пугало. О, ты повернулся. А зачем? Я пойду обратно посмотрю. Ничего странного нет. Видимо, машина подала сигнал, что ей пора искупаться. Ты только посмотри, какая она грязная. Божечки. Кто ходит? Кто-то бегает. Прикольно. Все лагает у меня. Но я не боюсь. Я не боюсь. Для лучшего FPS смотрим в грязь. Встретили кукурузу-нарушительницу. И вот такая уютная ферма нас ждала. На смену грязи пришла трава. Стало чуть приятнее. В потемках чуть не врезались в трактор. Аккуратнее с этим. А еще нашел необычную пасхалку. Чего? Что это? Да ладно, это мое? Да ну, нифига себе. Кайф. Круто. Вечерочек, меня зовут Ганте. И у меня есть свой канал на YouTube, где мы с тобой играем в разные игры. Это факт. А в руках у тебя моя книга, в которой мы поговорим о том, что такое культ, какие они бывают и как спастись, если ты стал их жертвой. Если эта книга у тебя, то ты мой преданный друг. И я это очень ценю. А если ты намереваешься посетить какой-то культ, то она обязательно к прочтению. Не будем медлить, давай начнем. Не, это очень круто. Класс. Спасибо разработчику за такое. Очень необычное упоминание, мне прям понравилось. Кайф. Нужно найти что-то, с помощью чего можно снять доски. Кто-то постоянно бегает, я кого-то слышу. Это сделано прикольно, но это стрёмно. Так, у сарая кто-то разговаривает. Алло? О, здравствуйте. Откройте, пожалуйста, дверь. Я могу зайти? Не могу. Нет никого. Ну так никого. Да я видел, что ты врешь. Что ты врешь, там есть. Открой дверь. Вот собака. Видел? Это даже не собака, это олень. Видел его рога? У жуткий тип. Нашли еще 3 кукуруз нарушителей. На дереве нашли символ и получили достижение. Хотел взять кукурузу, но она не вареная. И тут мы подошли к сараю. Покрутились, повертелись, ничего не нашли. На столе увидели старый лом. Забрали. Лампочка шлепнулась нам на голову. Идем до дома, любуемся грязью. Крылечки, доски, дверь. Заходим. Теперь продолжим полноценное прохождение, потому что в доме оптимизация на отличном уровне. Так, смотри, я теперь в доме. В доме работает все получше, чем на улице. Тут кто-то разговаривает. Непонятные звуки. А как хорошо. Что? Я взял. И чего мне с ними? Камин?
О, камин. А, там кто-то стучит. А что скрипит? О, книга. Книга лета 58-го. Пионерский лагерь «Юность» — обычное место, куда родители из года в год оставляют детей на лето. Пока однажды в 58-м году не случился кошмар, который оказался гораздо страшнее рассказов у костра. На этом месте были убиты жители и вожатые. Одному из детей предъявлено обвинение, так как в вещах были обнаружены сувениры погибшего, но его не нашли. Лагерь закрылся, и его двери больше никто не открывал. Алекс Мортон, видеоблогер, который снимает разоблачительные видеоролики в паранормальных явлениях по всему миру, лето 2008 года, главный герой по просьбе фолловеров отправляется в Россию исследовать заброшенный лагерь «Юность». Местные жители говорят, что это место населено беспокойными душами, это необходимо будет проверить. Угу. А мы в нее с тобой играли, между прочим. Играли. А я не могу себе взять? Надо перечитать. О! Да ради бога. Люди какие-то. Это они были... Ценители искусства, прям достижения катятся горой. Это они сняли капюшоны. Что шуршит? Может, тут еще какие-то книги будут? Что это наверху? Нельзя взять. Тут покушали. А я могу зажечь свечи? Вон оттуда стучали. Тут какая-то семья. Так, наверх нам нельзя. Стрёмные звуки. Какие-то стрёмные звуки. Осторожно поворачиваемся. В любой момент может выбежать какая-то херобустика. Для чего мы кинули костер? Дрова. Тебе холодно? Ты замерз? Это сгущенка? Нет, это кружка. А, отсюда нам стучали. Вот, знаешь, в целом игры-то не страшные. То есть ты играешь в них, играешь и... Ой, нет. Откройте. Чё за сквозняк? Кто-то ходит сверху. Короче, суть-то такая, что тебе нужно вникать. Не то, что вникать, а представлять, что ты действительно там находишься. Ой, какие полотенчики красивые. О, классно. Возьми себе парочку штук. Скажешь, что это твои трофеи. Если ты потом вернешься живым вообще. Я бы не рассчитывал, что я могу вернуться после того, как я пришел на дачу к сектантам. Как можно выжить после дачи сектантов? Записочка. Мне не следовало приходить сюда сегодня. Чувствую, что живым меня не выпустят. Мне удалось подслушать, что члены ордена договорились собраться в ночь летнего солнцестояния, а до тех пор никаких контактов или упоминаний. Ордена неприемлемо. Но я не смог найти их символ, чтобы убедиться, что это они. Так, и что? Летнее солнцестояние, это сегодня. Что хлопает? Нет, я оставляю всегда открытым, чтобы понимать, что мы тут уже были. А что хлопало-то? Вот, если ты представляешь, что ты действительно зашел в этот дом. Тут какая-то вот эта жуть происходит. То есть... Ну, это жутко, это правда стрёмно. То есть, если ты представляешь себя как раз на... Вот это сквозняк, понимаешь? Вот это там поддувает что-то. Опа, это не я, развернулся. Опять олень. Или кто это? Белый медведь, белый олень, медведь-олень. Я должен туда идти? А если я не пойду? Если я не пойду, мне дадут достижения? Ну, нам, видимо, только туда. Ну, зажмуривайся просто. А, все? Тут никого. Ага. Прикол, опять я чувствую, как ну погоди. Ох ты, ё-моё. Я не очень испугался, но она мне прям в глаза посмотрела. Я прям открыл, я смотрел в унитаз, а мышь посмотрела прям на меня. Это было ужасно. Возьми ведерко. По-любому нам пригодится ведерко. Нужен ключ. Ага. Нужен ключ, я слышу мух. Странно, что она не открывается. А где мне искать ключ? Я присесть, если что, не могу. Тут нету
приседания. Что это? Ковер? А, ну... Хватит топать. Я тут вообще-то ключ в толчке ищу. Блин, слушай, главное не в толчке, как в пиле. А то там приходилось прям в толчок лазить. Так, открыли. Там будут какие-то сюрпризы. Что это? А, листочек очередной. Это точно они. Если вы это читаете, то значит вы уже... А, то вы тоже умрете, как и я. Они не отпускают никого. О, дверь появилась. То есть... Как ты писал эти записки, если ты говоришь, что ты уже мертвый? Я что-то не понял. Ох ты ж, ёб твою мать, почему ты так близко оказался? Это точно олень. Это точно олень. Что, у нас еще что тут оказалось? А, у нас проход открылся. Так, я иду. Иду. Ну тут смотри, тут еще как бы ты можешь идти, осматриваться, в плане того, что вот подниматься вправо-влево, как в шутерах ты это делаешь. Но тут же нет смысла. Кто дунул? О, это что, туалет? Кто дует мне тут на мои вещи? Не дуйте на мои вещи. 1, 2, 3. Опа, 1, 2, 3. Там плита, видимо, нарисована, картина с человечками. И раковина с чем-то, да? Мне нужно попытаться найти все эти предметы. Начну со свечей, чтобы было ярче. А я не могу... Ой, здравствуйте, здрасте. Ты меня напугал. Тебе все хорошо? Ты же с улицы, как ты, зачем? Ты что пришел сюда? А что? Почему она на... Она на каких-то... На каком-то моторчике. Так, я взял свечи. Так. Я могу на тебя их применить? Тебя сожгу и все. Не могу. Это его лицо, видишь? Или это сидит невидимый хрен какой-то непонятный. О, как светло стало. Вот теперь... Что это? Ну, здрасте. А кто меня выпустит? А ты спрыгни вниз. Просто перелезь и спрыгни. Ну, там лестница, ну ничего страшного. А что еще нам нужно? Свечи. Ну, мы поставили свечи. Но тут их нет. Круг, квадрат, треугольник. Может, это что-то значит? Еще на полу свеча должна стоять. О! Опа! А, мне нужно было открыть ковер, чтобы вы меня пропустили? Окей, пусть будет так. Так, первая была плита, я помню. Идем к плите. Так, сейчас опять какой-нибудь хер выбежит на меня, да, с рогами? К плите. О! А это не открывается? Не открывается. Это что? Это книга. Муха присела. Я услышал, как присела муха. Короче, в таких играх нужно все время щуриться. Ох ты ж, ёб твою мать. А почему ты... Ох ты, блядь, а еще раз? Это что такое? Почему отошел, потом разогнался, побежал на меня? Нахера вы так пугаете меня? Положи книгу. Так, окей, что у нас дальше? Нужна еще одна свеча. А где я тебе буду ее искать? Кажется, я видел их на кухне. Так, а потом нам нужна картина. Блин, я испугался уже даже этой нитки. Паучьей нитки. Как она называется-то? Паутина, вот. Паучья нитка, это паутина. На кухне. Что ты видел на кухне? Свечи? Ну вот, свеча, возьми. Или такие тебе не нравятся? А, теперь можно открыть. А что тебе до этого не нравилось? Ща я тебе свечой туда постучу. Хотя, может, нам не нужно, чтобы нас спалили? Ой, здрасте! А откуда? Как ты так пробежал? Интересно, подожди. Как-то, блядь, получилось, я не понял. Что-то ты разбегался, тебе не кажется, олень?
Слишком как-то я тебя часто встречаю в этом доме. Ты мой сосед? Ну ставь, сюда же надо ставить. Ну, красота. Красиво. Так, картина у нас дальше. Пойдем к картине. Это там, где рожи? Или где семья? Так, то есть он нас будет постоянно пугать. Постоянно будет... О! А, на вас можно нажать. Ой, что это? О! Вот это да. Ну-ка, иди сюда. Дьявольщина. Ух, подходи, я тебя сейчас как крестом при... Ой, это кто? Фермер? Иди, у меня крест, я тебя не боюсь, у меня крест. Я приложу к твоему лбу, и он... Куда крест делся? А, поставился. Ладно, раз поставился, значит так надо. Хотя я думал, не пригодится. Так, раковина. На кухне была раковина. И в ванне, я помню, была раковина. Но это было прикольно. Вкыл-выкл. Он менялся. Но странный какой-то дядя-фермер. Давай попробуем сразу. Ой! Вот он, фермер! А, нет! Что у нас, романтик с тобой? Что мы с тобой устроим? А-а-а! Откуда? Отсюда стучали? Слушай, у меня такое чувство было, что стучали из... Что стучали из... шкафа. Так, ну если он оттуда побежал, значит нам туда. Но я не понял, зачем он ко мне решил подползти. Хотя сам, он странный какой-то. Он то бегает, то решил поползти. Ну ты вообще ненормальный. О. Кто-то опять хлопает. Ух ты ж, ёб твою мать, почему это так стрёмно? Блять, не люблю такое. Абсолютно не люблю. Я тебе, короче, сейчас объясню. Есть фильм, я его как-то уже упоминал. В какой-то игре я играл, я упоминал его. Оно, фильм Оно 2014 года. Он, ой, а, это роза, ёпта. Я думал, какая-то печать. И там был такой один момент, что в двери, там какая-то чертовщина происходила, и что в двери какой-то зашел огромный чувак. Таким неприятным звуком он это сделал. Ой, какой кошмар. И вот сейчас такая же хрень пошла. О, вот это зря, вот это зря. У меня все залагает, вы что? Фу, фу, блядь, в рот лезут. Все, видимо, на этом игра заканчивается, потому что мы не вынесем столько тараканов. Можно как-то закрыть глаза, чтобы не видеть этого ужаса? Может мне куда-то в стену смотреть? И что, нам выходить надо? Все? До свидания, мы пошли? Или что нам теперь делать? Слушай, ну выйти я могу. Я просто не совсем понял, для чего мы все это делали. Я в окружении тараканов. Это вот такая моя жизнь. Надо было чаще убираться. Какой кошмар. Ага, бей в бубен до гроба. О-о-о, сейчас. Тут тоже мой ноут против игры, поэтому чуть подрежу. А идем мы за дом. Почему мы не можем бегать? Ох, етить колотить. О-о-о, вот это лаги, вот это лаги. О-о-о, красиво, конечно, красиво. Даже музыка играет. Давай подойдем к ним, проверим, кто они. Ой, он на меня посмотрел, мне показалось. А вы все похожи, вы меня не будете трогать, да? Так, слушайте меня. Слушайте все меня. Сегодня мы собираемся... приготовить вкусный шашлык. И у нас будет очень веселая вечеринка шашлычная на этой даче.
Зовите еще больше людей, чтобы глянь нас как нас мало. Насколько тут человек 50? Должно быть 100. 150, 200. Вон там уже Егорка разжег. Глянь, какой костер. Куда только тащить шашлык надо. Кто за маринад отвечает? Марат за маринад? Хорошо, отвечает Марат. Мы иди сюда, Марат. Это олень, который бегал? Это он? Интересно, сильно у нас будет лагать? В смысле? Ага, он меня что-то это... обманул. Фокусник. И что это? Марат? Или Егорка? Ой, а что такое? Разгорайся, гори ясно. А чё черный кран был? Это у меня так не прогрузилось. Предполагается, что Орден Розы Креста, Розенкрейцеры, по сей день проводят тайные обряды и ритуалы, которые помогают им достичь духовного просветления и познания истинной природы мироздания. Они используют богатые символы, в том числе розу и крест, как основные символы Ордена. Роза символизирует духовное просветление, а крест символизирует алхимическое слияние материи и духа. Один из главных мифов о Розенкрейцерах заключается в том, что они искали средства достижения бессмертия посредством алхимических процессов и духовных практик. Кто знает, возможно, они уже достигли своей цели. Как много текста, боялся, не успею прочитать. ZV Games. Короче, мы проиграли, да? В целом это было ожидаемо. А что еще поделать? Шашлык не удался. Конец. Хотя, может, удался. Смотря для кого. Ну так, конечно, в доме... О, крыска побежала, вот эта туалетная. О, кто-то потушил. Просто она пугает. Я говорю, если вникать в это, как в... скажем, как ты действительно там находишься, стрёмно. И то, что вот этот вот олень бегал, ну... он, конечно, давал немножко испугаться. Чтобы получить последнее достижение, нужно было дослушать их песню до конца. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего доброго.